Привет, мои любимые! Добрый, прекрасный день! Великоновгородский! Ну что, можете меня поздравить? Я вот делаю драники, или как там они называются, но не из картошки, а из вот таких кабачков. Масло нагрелось. Я сейчас Сейчас. Раз. Погнали. Так. Котик мой. Так. И вся планета распахнулась для меня. Что я сюда положила? Ну вот, немножко натерла кабачок, посолила, слила воду лишнюю, влагу. Затем добавила 2 яйца и муку. Муку пару ложечек столовых, немного. Вот так вот, мои любимые. Ну что, мои хорошие, можете меня поздравить. Мне позвонила сейчас директор магазина, я вам показывала в прошлом видео ее, и сказала, что я разговаривала с начальником охраны, вот, узнавала, будут ли выделяться средства на охранника. В общем, меня берут охранником магазина, и даже если не возьмут охранником, что в штат магазина берут, я буду охранником, но числиться, не знаю, там, продавцом или еще кем-то. Так что поздравьте меня, мои любимые. Вот так вот. Машинки. Сколько много машинок. Прям удивительно. Что-то мне так захотелось. Драников. Давно не делала. Где моя? Где моя Хуриточка? Опять на моей кровати. Харита! Харита! Это моя кровать! Харита! Вообще жесть. Что ж такое? Она постоянно на моей кровати лежит. Постоянно. Постоянно сыта пьяна. Постоянно пьем чинзана. Харитунзе. Харитунзе. Харитунзе, моя девочка, мое солнышко, моя хорошенькая птичечка, птичечка, птичечка. На-на-на-на-на-на-на-на. Хурита, кстати, у нас трехцветная. Смотрите, раз, два, три. Вот так вот, на счастье. А мне тут девушка предложила кошечку трехцветную. У нее мама сиамская, чистокровка. А папа не знаю кто. И она получилась трехцветная. Так прикольно. Вот. А Юлька не хочет. Говорит, куда нам кошку? У нас собака. 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 Как лапки сложила, смотрите. У меня ж там драники горят. Ну что же, сгорели? То вроде нет пока. Так, чем же их переворачивать? Вот этой штучкой, наверное, прекрасной. Давай посмотрим. Наверное, сгорели. Ну-ка. Да нет, нормально. Постоянно сыто пьяно. Постоянно пьем чинзана. Мне еще посуду мыть, правда. Так люблю посуду мыть. Стопроцентная медитация. Постоянно сыто пьяно.
размешивать перед тем, как накладывать. И лучше, конечно, немножко поменьше огонь. Когда маленький огонь, они тогда так поднимаются и пропекаются хорошо. Вот так вот, мои любимые. Дай, дари, дари, дай, 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 дари, дари, дай, 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 дари, дари, дай, дай. Кожаный нос, кожаный нос, кожаный. Харита, Харита, Харита. Моя птичечка, моя девочка, мое солнышко золотое. Харита, Харита, Харита. Кто-то мне написал, что Харита грустная. Нет, она просто вся кайфует в релаксе. Чё ей грустить? Она нагуленная, наезженная, наигранная, вся в любви. Чё ей грустить-то? Нет, просто у нее такая медитация релаксирующая. Да, Хуриточка? Моя умница, моя девочка, моя кошечка. Ой, мордюсь. Ой, мордюсь. Ну вот. Такая у Харики медитация, видите? Сейчас я вам покажу кошечку. Маму той, которую мне предложили. Вот ее мама. А сама кошечка. Сейчас попробую посмотреть, если фотография. Хурита, ты чего? Нету. Ну, потом покажу. Значит, Хурита! Хурита! Горят же там у нас. Вот так вот, мои любимые, я готовлю драники. Дай, дай, да. Давай, Люся, переворачивайся. Вот. Чего вы тут? Ну что, уже прекрасно готово. Можно доставать. Постоянно ты очень занят. Блин, когда-нибудь песня как прицепится, так и это самое, так и не отцепится. Так. Так, яйцечку. Яйцечку. Очень люблю эти драники. Деруны со сметаной. Ну, драники. Это еще нет. У нас картошки нет. Я бы сделала драники, конечно, с картошечкой, но картошка закончилась. Просто я делала пюре, и эти пышки, или как они называются, эти штучки с картошкой, много очень картошки ушло. Реально за неделю, наверное, делать картошку.
представляете? Очень люблю картошечку и я. И Юрика. И даже Хорита. Сохло. Вот мои любимые 3 минутки, и такой завтрак готов. Прекрасный. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Очень-очень люблю вас. Пока. Пока-пока.